Дорогие друзья, а сейчас перед вами на сцене остался только хор ветеранов, как мы любя называем этот коллектив. Это именно выпускники Рудинского дворца пионеров и школьников имени Печана Джакипова, которые, будучи детьми, объездили всю нашу огромную родину, весь Советский Союз от Кронштадта до Владивостока, которые выступали и поражали своим искусством зрителей во главе с Евгенией Петровной Педаревой. И сейчас вы услышите в их исполнении несколько композиций. Струве, полонез, дружбу. Весенний вальс.
Музыкального театра «Кабинет».